Вот мне нравится наиболее вот этот вот портрет. Молодой. Королева Виктория, он очень распространенный такой. Там вот на той стороне принц Альберт. Но там почему-то мне через не перепрыгнуть через барьер. Вообще, как-то, вы знаете, я разочарована. Мне даже запретили делать видео здесь, в музее внутри. Фотографировать можно, видео нельзя, пришлось выключить. Ну вот дом полон любовью, видите, все такие барельефы любви. Как я вам сказала, представляете, снимать нельзя видео. Я вам делаю как будто фото. Ничего другого поделать не могу. Вот на кухню немножко показала вам. Вот это популярный такой портрет семейства Виктория, Альберт и их дети. А это вот картина, видите, написано «Осборн, 901 год, январь, 25 января, 31-е». То есть вот это вот гроб королевы Виктории здесь находится, в этом зале конкретно. Ну вот именно здесь стоял гроб королевы Виктории, друзья. Какая красота, друзья, представляете? Я опять не могу вам видео снять. Ну вот детская, друзья. Видите, сколько кроваток.
Вот здесь детки воспитывались. Там даже есть руки их. Мраморные слепки. Сейчас покажу поближе. Не могу снимать, сами понимаете. Вот опять молодой красавец Альберт. Вот такая ванная. Anything above that then needs a proper clean because it's oils that gets up at the moment, but they are here year in, year out. I wasn't here last season because I was on maternity leave. Боже, друзья, вот только так я смогла вам показать кусочками вот этот вот Osborn House внутри. Сейчас я свою съемочку закрою. Покажу вам еще снаружи, во второй части.
этот великолепный дворец Виктории и Альберта.